А для этого вы считаете себя виновным? Нет, конечно. А по делу что можете рассказать? А, для... У адвоката, может, здесь. У адвоката? А вообще это не считается политическим каким-то заказом или еще что-то чем-либо? Конечно, это неправильно. Что неправильно? Что, задержали? Ага. Вас виновен. Сейчас... А дома к нам заявление написать? Вот, может... Никого нет, ни заявления, ничего нет. То есть вас необоснованно просто задержали? Конечно.